Лига Ставок. Объединяем хоккей. Самое главное, что команда выиграла матч и шли шаг за шагом. Сегодня в тех играх удалось ребятам отличиться, в этой игре удалось мне отличиться. Да и, в принципе, хорошая командная игра, она и приводит к победам. Вообще команда, все-таки хоккей, командная игра, поэтому слава богу, что сегодня удалось отличиться. Мне спасибо партнерам большое за это. Командный характер, который есть в этой команде. Вот, и за счет командных действий и правильной игры в обороне, и реализации, и хорошей реализации их моментов мы выиграли сегодняшнюю игру. А просто Артур Тинулин мне скинул, ему дал Гараев, он скинул. Пошел в блок защитника, я думаю, ну надо бросить. И есть возможность, нужно бросать, пока есть такая возможность. Поэтому решил бросить. Хорошо, что все сложилось. Вот двигаемся дальше от игры к игре. Разберем эту игру с тренерским штабом, сделаем выводы и будем уже готовиться к следующим играм, к следующим победам. Опять же, говорим о чем? О концентрации с первой смены, с первого периода. Были бы сконцентрированы, вообще бы не было проблем, да? Но концентрация переходит на всю игру. На всю игру. Но молодчики, да, что проявили характер. Мы бились до конца, да, до конца верили в победу. Все красавцы, всех с победой. Молодцы. Мужики-молодчики до конца сегодня бились. Но сегодня Матвей лучше. Ну что, мужики, хорошая командная игра. Спасибо, что голы помогли забить. Считаю, что сегодня, ну, играли, в принципе, хорошо, но нужно двигаться дальше, добавлять от игры к игре, идти и к следующим играм более серьезнее подготовиться и более уверенно выиграть.